Добрый вечер. Видео для заказчика Виталия. Переходник с системы автомат на микро 4/3. Вкратце, как происходит установка. Вот этот рычажок управления диафрагмой устанавливается сначала. Делю. Сопоставили с пазом рычажок, прокрутили плотно, закрутили, все держится. Вот управление диафрагмой. В моем экземпляре немножко диафрагма сбитая, вот рычажком. Происходит управление. Крышка на микро 4/3. Ну и проверка на фотоаппарате. Олимпус EPM1. Вот по вот этому пассу поставляю с красной точкой. Вот. Фокусировка. И диафрагма. Диафрагма, естественно, без фиксации отдельных положений, но плавно можно регулировать ярче, темнее, в зависимости от освещения. Пожалуйста.